И еще один последний звонок. Сегодня он звучал для выпускников 39-й школы. В этом году учебное заведение покидает сразу два профильных 11-х класса – МЧС и ФСБ. У этих ребят немало побед на олимпиадах и конкурсах. Их считают гордостью не только школы, но и структур, под эгидой которых открыты классы. Просьба вспоминать о закалке 39-й школы. Она очень мощная, очень сильная. Галина Афанасьевна, преподаватели. Спасибо за то, что участвовали активно в соревнованиях, занимали призовые места. 39-я школа звучит не только в Иркутской области, а в Сибирском федеральном округе, на уровне Российской Федерации. Поэтому это очень здорово. Это наш совместный труд. Большое спасибо. Ученики профильных классов 39-й школы знакомятся с будущей профессией на практике. А в классе МЧС двое выпускников на постоянной основе служат в 3-м пожароспасательном отряде.